Всем привет! Меня зовут Степанида Лыткина, и в этом видео я вам покажу материалы, которые подготовила для новогоднего совместного проекта вместе с Фэнтези, где мы будем творить альбомчики. И давайте для начала мы с вами рассмотрим бумагу, из которого я буду делать свой альбом. Я буду творить из коллекции Rustic Winter от Scrap Mir. Эта коллекция односторонняя. Давайте мы ее рассмотрим. Вот такие вот звездочки. Очень мне нравится вот этот вот цвет. Такой нежный-нежный синий. Синий-голубой. И вот такой еще принт. Напоминает вязаные свитерочки. Вот еще красивые салфеточки. Такой активный принт со снежинками. Тоже очень интересная бумажка. Вот такой вот лист с корошками, похожий на снежки. Вот этот принт мне очень-очень нравится. Он из досочек, да, и по краям тут снежиночки. Это тоже очень красивая бумажка. Такой вот. Тоже из досочек, тоже по краям снежинки. И вот такой еще интересный листочек с надписями и бордюрчиками. Дальше идут карточки. Карточки тоже с надписями некоторые. Тоже очень интересно. Также из этой коллекции у меня есть высечки. Вот, вот такого вот содержания. Альбомчик у меня будет немножко микс-медийная. Я буду использовать текстурную пасту. Здесь у меня вот эта прозрачная. Также у меня есть белая гибкая рельефная паста. И текстурную пасту я буду наносить через трафареты. Вот такая вот у меня деревяшечка есть. И такие горошки. Также у меня есть вот такой вот интересный трафарет. Вот. Буду использовать я еще спреи. Спрей у меня голубая лагуна. Есть и черничный пирог. Вот таких вот цветов. Они подходят к бумаге. Еще буду использовать акриловые краски. Вот такой вот синий есть. И бронзовый. Также брызги буду делать белой акриловой краской. Я всегда в своих работах использую чипборд. Я вам сейчас покажу чипборд, который буду использовать в альбомчике. Еще я буду использовать вот такое вот кружево с веточками. Также буду вырезать из этого кружева. Тоже очень красивые веточки. Дальше мне еще понадобятся ленточки для завязки моего альбома. Вот такие вот. Еще я буду для декора использовать вощеный шнур. Белый вощеный шнур. У меня есть вот такие вот еще украшения, которые буду использовать. Для топпинга я буду пользоваться. Вот у меня есть искусственный снег. Покупала его в канцелярском магазине. Есть также вот декоративные блестки. Тоже очень похожи на снег. Еще у меня есть вот такие вот пайетки олени. Их тоже буду использовать как декоративный элемент. Также у меня есть стеклянный глиттер, который тоже очень подходит к
данной коллекции бумаги. Также я в качестве томпинга использую бисер различный. Такой. И есть у меня еще микробисер. И всегда обычно использую еще пайеточки. Вам покажу ножи и сразу вырубку к ним. Вот такой вот красивый ножик новогодний. Из него получается вот такая вот вырубка, рамочка и стрелочки. Вот такой вот ножик еще есть с такой вырубкой. Очень красивый нож. Вырубка получается вот такая вот. Еще вот такой ножик. Тоже очень красивая вырубка получается. Нож-колокольчик. Сосновые ветки. Нож елочка, очень красивая елочка. Смотрите, какая она ажурная такая, очень очень красивая. И, конечно же, олень. Олень очень изящный, он не сильно большой и не маленький. Цветочки я буду делать сама. Вот у меня есть нож гортензии. Сейчас покажу, какая вырубка из нее получается. Вот такой вот. Очень мне нравится, что они разного размера. Обложку я обтяну вот такой вот тканью. Также я использую кружево. Вот такой вот у меня получился обзор материала. Эти материалы еще не окончательные. Я могу что-то убирать, что-то добавлять еще. Буду смотреть в процессе работы. Спасибо, что вы досмотрели это видео. Будем рады видеть вас в нашем совместном проекте. Пока-пока!